Лондон, оно было построено в 1914 году как институт физических методов лечения, в советское время носил имя Щербака. С 1962 года здание было отдано детям и стало дворцом пионеров и школьников. А с 1991 года, учитывая политические изменения, произошедшие в стране, было переименовано в дворец детского и юношеского творчества. Специально предназначен